Нахера тех бьет мобов? Не знаю. ДПС накручу. Да не, я имею в виду, зачем вообще всех мобов бить? Ну вообще вот любой. Блин, еще один пока. А, да тут. Пук какой-то забегает в мобов авиатор. Было, да, такое просто? Ты молча ставлю. Да, я не знаю, что мне делать. Сейчас, подожди, наверное, буду. У меня, блядь, исправлю персонажа или что, короче. Пока трэш будете чистить. Домиников, потому что у меня этот... Дебаф, видишь, какой висит? Типа, блядь, вообще невозможно. Минус 80% агро, грубо говоря. Лёш, тут? Да. Инвайте Вагу. В смысле? Тебя ассист, Войт не реагирует. В смысле? В бою не получается дать ассист. Я поняла. Да, я тоже не могу в бою дать. Ну так вы сами инвайтите его. А где, тоже... а где он? В гильдии. О, всё, всё взял. В Владине? Да. Я ожидал. Просто через гильдию открыл. Не, я понял. Я думал, может, на другом клубке. Вверх имеет в виду что? А, пошли пугреть один. Ты тут, да? Да, я тут. Я тебе РЛ-ку уже скинул и не могу никого в пати взять. Дал ассист. Кикни сову. Молдазар, если чё, ты в ДД, если слышишь. А сколько танков? 5 или 6? Ну, пока на трэше можешь там помочь. Просто у нас... Брэкмаут есть ДД? Слышишь? Ну, у нас просто на боссе будет 3 танка в итоге. Разберёмся. Ильти Молдазара. Какой он ролл, ребят? Ну, скорее всего, не личешку. А покалы могут уйти? Не-не. Там, если чё, еще пианист написал, что у них хила рулит. Вроде всё. Самонете еще раз. Пришлось исправлять персонажа. Шо у тебя там такое? Да дебаф на 80%. Минус мое. После лока. Уол. Хэш не помогает, релогнув тоже. Справил, помогло. Чем там хан слушал? Чем он слушал? Ты не говорил там сразу?
Раздака, что ты там писал, когда я выходил? Всем, кто писал про Unroll, спрашивал, я всем писал, что мили чешка. Прям просто всем. Хулипал пук, да? Хулипал пук. Спасите! Залетай. Я под этим деревом. Мне нужно. Хулипал, любишь тортики? Сейчас этот. Твоя сила на исходе. Раздавака буду держать возле твоего тотема. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Аккуратно, в пизду, конечно. Чего такое? Да я ебешь на. Людям надо 10 лет на циркуле поиграть. Уж на воле тогда. Дроу, ты бери до Дагмайера и всё. Минус танк. Минус ДТ. Минус ДТ. Ауе. Жизнь мусорам. Маковы, фир, корни нахуй. Ну чё, куда эти? Заходим в инст, заходим в инст. Заходим в инст. Заходим в инст, кто упал. Заходим в инст. Раз, два, три. Подбейте командира уже. Не надо лежать. Фир, вот, отлично. Командира надо убить. Ставлю черепок. Кто не понимает, кто это? Убить черепок надо. Это что, так сложно сделать? Дошли танки по новой в инст и танчим. Мобов в фире собираем. Один танк в Даларане, второй лофну. А тут три танка еще есть у нас. Полрейда танк. Кто еще танки? Кроме Дезара и тебя. Баркмата. Не, это я знаю, но четыре танка получается, да? Да тут столько танков, тут на каждого моба по два танка, блять, на весь трэш. Не, ну просто видишь, один в Даларане, другой оф. Один обосрался, блядь, и еще что-то такое произошло. Да, да, да. Вот. Мобы кастуют либо станом, либо фир. И все. Миликов не откини. Вот, другое дело. Учитесь не умирать. То в ОКХМ не попадете. А там что, вообще жестко? Да там... Там только если... для топовых пацанов. Если РС обычку болтара не убиваешь, надо... разбегаться не умеешь, то, блядь, туда не берут. Ну. То все уже, да? Не умеешь... Можешь анонс... сервак менять сразу. Тебе пизда. На X5 идти на циркуль. Гильдию, да, Старс. Там тебя научат. Там... там нормально, да? Нет, там не нормально. Ну там научат. Ну так, там тебя обматерят, короче, и все. Да нет, там не обматерят, наоборот, получу много удовольствия от игры. Слушай, у меня единственное воспоминание о циркуле, там, что все матом разговаривали. Да нет, там не разговаривали матом, это тебе показалось. Ну это 2007 год был. А, 2007, да, было такое. Это как 90-е года, только 2007 это было, да. Было так такое. Цирка время. Вроде не было в 2007. Ну, Virgin, наверное, был. Видите, я одного ДД доберу. Ханту сейчас. Так, где хант? Давай мы сторонний кинем. Я потом переформирую немножко. Ладно. Так доберите одного до магера, чего? А сейчас идется. Танки плюс рейд. Алёха. Буркматы в танке, да? Молдозар в ДД. Он спекнулся. Я ДД. На боссе. Лёха первая копия. Баркма вторая копия. Подходим к Болтару. Уже весь трэш почистил? Да, там два моба только осталось. Так, я же первый начинаю, правильно? Нет, ты последний. А где водить? Я скажу. Ты не надо водить, ты просто танчишь. Вот эти два моба убей.
Что там, фурики танчат, да? Ладно, так и быть, придется ставить одного. Давай-ка, иди хуяри, ветер. Пробудите. Надо этого кливера бить. Просто когда вы кливера сливаете агрессором, и рассекающий дает, и волну, и все это вред. Первыми всегда тут сливаются эти, тут взрывную волну кастуют. I love pony, ты в DC? Чё? Ты в DC, да? Ну. Отлично, ты хилил этого босса Болтара? Не знаю. Ну ладно, просто частицу кинь на Void Frozen и хиль кого хочешь. Окей. Чек на пол. Да подожди, сумани. Ставьте шкаф. На кого-то добрали, да? Вы мне так и не ответили, где третий купит Энч? Подальше от всех. Сейчас я тебе покажу. Вон у звездочки танчит третью копию. Тогда нашли что? Нет, не пишет никто. Значит так. Дайте бафы, стамину. Харника есть? Рыбки нету? Сумнули? Как сумнете, кисло скажете? Я тут. Каску под баром дайте, пожалуйста. Фулба по всем. Каску по пристам. Раз, два, три, пол, один. А чек на пол. Каску. Ну, пожалуйста. Лёха тут? Да здесь, подожди. Выкинула опять, пойду на другой комп. Чё-то на одном компе хуйня какая-то творится. Сейчас через другой захожу уже. Чё, гружусь. Иван Жо. Чё ждёт? Ох, и бафлинг каски всем. Успокойтесь. Паладином каску. Один из прот. Всем как? Дадите или хрен с ней? Да, ну, всем. Сними там бафну.
еще 10-40 секунд. Тридцать. Сиди на коне, я на тебя напомню. Ты на пол слабый. Тебя питомец плохой. На пол что, блядь? Масса с ухода. И для этого хватит, чтобы, блядь, он за ним побежал. Ладно, поехали, все равно. А поставьте. Поставьте тотемы между рыбой и порталом Лока. Этот, Мишаня, заберешь вторую копию, вот сейчас выйдет копия, заберешь, я покажу. Возложение. Двое сильнее страдания. Диана Бергмау ушла. Видишь, прихих водян? Диана. Шаманы, Еру. Не бы кто-то. Да, первый. Великая победа Орды. Да там пару секунд. У него угроз сразу отход. Ну, я босс, а ты? Тут бы Алард нахуй с первого трая упал, если как я. Про ханта твоего. Лишние походу.
Бля, мне смешно. Есть такие драконы, которые... Ну это не точно. Не, бывает. Бывает ситуация. Ты знаешь это? Ты знаешь, на Лесендре одно время был баг, то что схват... Тогда на Лесендре знатно вайп. Метить, это смешно было. В свое время задница. Она точно дышала, может она пердела? Когда хилишь, удобнее писать. Слышал. На стюху восьмой обед. С тобой надо тачь. Вдвоем. Это типа группа поддержки? Да. И пофиг. Где угодно подстроить. Только в рейд таунтить не надо. Фулл бафы дайте. Короче, на меня кидается мужа, и я забегаю обратно в свет, разливаю ее, да? А я пойду спрыгну. Настя, пойди спрыгну. Скользнет в бездну. Вам выпала честь.
Узреть начало эры. Ну что ты босс уже? Давай я же. Небеса в огне. Конечно. Чтобы они выбежали. Да-да-да, ты по-моему там мой. Уходи. Жрец. Сам себя. Метеор. Бля, опять у меня 5 сох. Перебежали. Рок-мастер, нет? Ну, дисплей уже. Черной ночи не хилит, у меня пиздох. Ставь лутера, ставь лутера.
Так, там пианист говорил на хила родит. По-моему. Это раздавака там писал. На кого же он писал? Да, и раздавал, конечно. Я писал, писал, Радик. Да, он писал. Да, да, он легко написал. Сейчас я Бальтваром за роль. Так я за ней сюда и хожу. Нет, он не писал ничего. Я анонсил оф спеки в ПМ. Все, всем спасибо. Всем пока.